чудесную закуску. Хлеб багет нарезаем такими ломтиками, можно поджарить, мы не будем. Самое вкусное в этих бутербродах, как и во всех бутербродах, в принципе, это начинка. У нас сегодня будет супер какая-то смесь из авокадо, яйца и еще кое-чего. Сейчас я вам все расскажу и покажу. Спелое авокадо очень-очень легко, видите, ложка как просто достается. Его будем измельчать. Следующий ингредиент. Яйцо прям так кладем. Вареное оно. Да, и творожный сыр. И начинаем все измельчать. Прям вот так вот вилкой. И яйцо тоже. А что, прикольно. Немножечко можно массу эту посолить, поперчить. И посмотрите, какая получается прекрасно. Если хотите, можно блендером пюрировать прям в такую нежную массу. Да и так он какой. Нам так больше как-то нравится. Выкладываем нашу чудесную зеленую массу на багет и немножко распределяем. В принципе, такой вариант уже может стать прекрасной закуской, прекрасным даже завтраком. Но у нас же Новый год близится. Поэтому мы берем ломтик красной рыбоньки и так сверху шлеп. Прекрасное сочетание рыбки и авокадо. Да, да, да. Эти бутерброды точно уйдут со стола первыми. Ну вот мы про каждое блюдо так говорим. У нас действительно все как-то быстро, мы все съедаем. Потому что вкусно, просто, понятно и очень лениво.